Jizzax viloyatida yangi sanoat quvvatlari xizmat ko'rsatish loyihalari faoliyat olib bormoqda. Jizzaxga Xalqaro Islom biznes assotsiatsiyasi prezidenti Marat Kabayev hamda IT sohasida nomdor tadbirkor Bobur Alixonovlar tashrif buyurishdi. Shundan so'ng mehmonlar IT Park Jizzax filiali sharoiti bilan tanishdilar. Muhokama qilingan sohalar bo'yicha hamkorlikni kelgusida rivojlantirishga kelishib olindi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? 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 Qilganimiz hozir bir 5 minut bizni tadbirkorlik faoliyatini tushuntiramiz deb xodimlarim kiradi. Bir suhbat qilsak, keyin chiqib xo'jayin oldiga boramiz. Davlatimiz prezidentimiz tomonidan shunday topshiriq bo'ldiki, ularni tekin tadbirkorlikka tekin o'qitib berasizlar. Deydi. Biz ularni tekinga hammasini o'qitib, qo'liga sertifikatlaymiz. Endi hozir bizda juda ham tadbirkorlarimizning ishlari yaxshi rivojlanib ketdi. Ayniqsa oxirgi 5 yilda juda bizlarda ish oxirgi 5 yilda. Sababi mana konvertatsiyaning ochilishi bo'ldi. Muhtaram yangi prezidentimizning shu dastlab birinchi qadami shu konvertatsiyani ochganlaridan keyin undan keyin birdan rejalarlashib, ikkinchisi davlatimizga, vatanimizga ishonch bo'ldi. Ochig'ini aytsak, oldinlari pul qo'yishga qo'rqardi. Biznesmenlarimiz, tadbirkorlarimiz yonidan pul ishlatishga qo'rqardi. Назира. Очень приятно. Спасибо, мне тоже. Проходите. Это IT-парк у нас такой маленький технопарк, можно сказать. Хочу похвастаться перед вами. Мы в этом году, то есть по итогам 2021, заняли первое место по республике. По всем направлениям. То есть это IT-тадборфорлинг, IT-направление, корпоративный акселератор мы открыли стартап-проектами. Обучение у нас на самом лучшем уровне. Так что есть чем похвастаться. Именно нужно узнать потенциал наших учеников, где именно у них какой интерес. Вот этим мы и занимаемся. Вот маленькие дети приходят и обучаются, и у него робототехники. Кстати, сегодня только переехала к нам. Мы направлений, два новых направления открыли. Это IT English, потому что если мы хотим с локального уровня выйти на международный, нам нужен английский язык, без этого никак. А то наши программисты так и останутся местными программистами. Очень приятно. В прошлый раз тоже удивился. Я не ожидал, что в Жизаке есть вообще программисты, что здесь обучают. И на самом деле я хотел бы, чтобы мы с вами отдельно поговорили, потому что мы нанимаем сейчас сотрудников. Если хотят, они могут здесь остаться, если хотят, нам нужно их перевести в Ташкент. Вот, замечательно. Да, и мы сейчас нанимаем 50 человек. Так что, пожалуйста, у меня сейчас своих визиток нету, но найдите меня в Инстаграме или там в Фейсбуке, напишите, мы с вами спишемся. Все отлично, я напишу вас, вам. Я вас свяжу с HR-ом, и мы вам дадим список. Спасибо вам огромное, Рахмат. Шуны егалдан болып бу томонга өткизилген. Шуны бир мәгълүмәтен җавап. Өзбекстан мәхмәханасының алдында Шәрәф Рәшидовичның бер пайтлы фақат бу исте булады. Мөхтәрәм президентыбыз яңа катта хайтага рөхсәт берип, хәзер Өзбекстан мәхмәханасының алдында куелгән яңа хайтан. Бу
нолдан яңадан курылган яңа университет, баягы айтылган Салхран университети. Биздин аксакалларыбыз Өзбекстан Жизак вилоятында кызмат көрсөткөн аксакалларыбыз Өзбекстан каһарманы. Арнажан ака, бул киши Өзбекстан каһарманы. Бул киши биздин президентибиздин биринчи окутуучусу. Шокет менен аны окутуп, окутуучу. Бул кишинин устаздары. Лариса. Таңым менен ишиде. Бакчаларыбыз, мехрибандык үйлөрүбүз, университеттерибиз. Бу яңы университет Ташкент Дәүләт университетинин филиалы ачылды. Бетте. Алдын болмаган, а? Жок, алдын жок, яңы болду. Түркия президенти Сулайман Демирел президент болгондарды биздин президентибизге сова кылган экенлер, мына нимени? Эсалек демокчумун. Хутту ши комплекти Түркиядан Өзбекстанга Сулайман Демирелге совасын. Эң жогору мехмандарыбызды, кыйммат мехмандарыбызды ошо жерде күтүп алып, металлический. Мы ухаживали. Первый раз, да, где-то кидать? Нет, уже как раз был. Но только вот где-то
Лет 6-7, наверное, не было. Я извиняюсь, просто сегодня так получился совещание президента в 4 часа. И поэтому вынуждено до совещания советники проводят подготовку. Zoom. Да. Ну, футбол это здесь вот футбольная страна, можно сказать. Узбекистан. Ну, показатели истории, не ну, сейчас на данный момент. А так по истории-то футбольная страна. Думаю, найти время, приехать, встретиться с вами. А потом в Ташкенте ждем вас тоже. Ну, какие-то вот совместные проекты сейчас начнем еще? Ко мне сейчас англичане идут стучаться это, по академии, по школе футбольного мастерства, хотят тренеров прислать здесь. Но английская школа же все-таки это страна футбола. Ну, футбола, да, тоже. Конечно. Надо начальница. Да. Поэтому с удовольствием вот в прошлый раз сказали, ребят, приедем вместе. Я обрадовался, сказал. Тем более с таким человеком встретиться. Спасибо. Посоветоваться, что-то помолит. От меня что-то тоже, если нужно будет, я сделаю, как рукой из области. Мы уже вот взаимодействуем с футбольным клубом Турон Какан. Угу. Вот. Они были в прошлом году в высшей лиге, сейчас вот в первой лиге. И то, что концепция понравилась, сделать именно пример показывать, как в футболе халяль, халол. Вот именно то, что без всяких откатов, без взяток, судей, там, без договоренности, без тотализаторов. Вот. И никакую не революцию, а просто показать пример хотя бы на одной команде, чтобы уже дальше это пошло. И действительно надо заканчивать с этим. Уже давно это идет. Вот, тенденция нехорошая, естественно, влияет вообще на спорт, не только на футбол. Если мы вот так вот вместе и будем их также поддерживать, иншалла, будет только на благо всем нам. Наша а так областная, взаимодействовать тоже будем. Наша областная футзальная команда, она на первом месте. Чемпионат Узбекистана высшей лиги. Но там ничего у нас нет. То есть я просто команду сделал. Даю им зарплату, даю им премиальные, но никаких судьи, ту команду найти, нам это не нужно. Мы сами идем на первом месте. Но есть инвесторы тоже, есть такой продукт выращиваемый, полоний. Дарах такой. Да. Полоний, да. Да. Поэтому вот есть инвесторы уже готовы, если есть земля тоже. Спросили. У нас, я еще раз говорю, в марте мы запускаем верблюдую производить. То есть первая, начальная кожа. В мае у нас пойдет уже финиш кожа. Но на этом останавливается. То есть, а дальше туфли, дальше сумочки, ремешки и так далее. Вот это вот хороший бизнес, я считаю, что если кто-то сейчас войдет, здесь ничего не надо, у нас все свое сырье. Вот областное у нас сырье позволяет. Мы сейчас его почти не перерабатываем. Один вот у нас стартовал сейчас предприниматель, я еще раз говорю, он привез оборудование из Турции. Значит, первое у него выйдет ведблю. Сейчас, чтобы я вас не обманул, 20 тонн в сутки будет перерабатывать кожу. Потом будет производить финиш кожу, 18,5-19 тонн. Это уже будет финишная кожа. И на этом стоп. Вот поэтому, если сейчас будет инвестор, я найду хорошего партнера. Если инвестор скажет, но мне никаких партнеров не нужно, я приду, вы дайте мне площадь, я сделаю это производство и начну производить обувь. А обувь мы не покрываем вообще. Узбекистан сегодня не покрывает. И самое интересное, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан почти на 4 миллиарда долларов сейчас готовы покупать эту продукцию из Узбекистана. Готовую продукцию. Рынок есть, сырье есть, мощности найдем, где вот это помещение. Вот я предлагаю хороший проект. Хороший инвестор. Будет сорнали, юнальцы, халалы, турикеляды, турикеляды. Поэтому давайте вот такое. Вот предприниматели слушают, они будут хорошо считать. Тоже, то есть они тоже могут не стоять, не только свое направление. Пойдите, сделайте это. Это только начинается.
Там кто-то в Андижане что-то произвел, там кто-то где-то еще произвел, но это же мизер, оно же не окупается. Только начинается. Значит, это целая отрасль. И вышло постановление до 2026 года президента льготы на это все. До этого тоже были льготы. Он их продлил до 2026 года, да еще и добавил несколько льгот. Кредиты, да, выделили сейчас, чтобы вас не обмануть, 150 миллионов долларов. Первоначально деньги выделили сейчас, чтобы кто-то начал это работать. Потом 15% оплата за оборудование будет Минфин давать. То есть это субсидии. Угу. Субсидии? Да, субсидии 15%. То, что вы отправили на покупку оборудования, это даст Минфин субсидии. Рыба. У нас мы по рыбе ничего не сделали в области. У нас больше, чем нужно рыбы. По рыбе ничего нет. Садковое производство рыбы уже наладили. У нас большое озеро. На нашем озере не было, да? Нет, нет. Может, пока не темно, надо показать. А, Даркун? Да. Это же наше озеро. Там со стороны Наваи, там только соленое. Там не было, да, в этой стороне не было. Нет, наша сторона культуры. Наваинская сторона – это конец озера. Там и показатели воды, солености уже превышают, допустим, наша сторона. Мы получаем свежий воду. То есть само озеро 350 километров уже длина. Ширину 50 километров. Ну да, с местами. Нет, Казахстан вообще не граничит с Айдарковым. Серьезно? Никакой границы. А что ты слышал, что нет. Переходит в Казахстан? Нет, там у них есть Чардаринское водохранилище, оттуда они нам воду дают. А, вот как. Да. Год 1,5 миллиарда кубов оттуда. Но сейчас они начали свои озера делать, поэтому президент дал поручение, новые каналы сейчас. Довели уже новый канал, мы же сами подпитки заняли. Чтобы тоже не высохло. Да. Нет, это не высохло. Мы знаем, сколько испаряется в год, сколько там воды подается. Там отличная рыба вообще. Можем поехать, это тоже халявка. Конечно. Садан, Павталов. Большие туристические комплексы сейчас открываются, поэтому мы можем здесь тоже поработать. Замин туризм, Бахмаль туризм, Париж туризм, Айдарколь туризм. Давайте в этом направлении тоже поработаем. Аэропорт? Аэропорт пока у нас нет. Маленький аэропорт хотят сделать в замене для маленьких самолетов. Это тоже в плане есть. Сейчас вот если замен поехать на Супу, там уже, я в прошлый раз возил ребят, здесь нет. Там строятся уже эти большие отели, комплексы строятся. Как Мустакалик, президент должен пойти открывать уже первые гостиницы, первый павильон. Канатку. А для аэропорта есть земля? Есть. Да? Небольшой аэропорт построить есть. Не для больших самолетов. Ну, маленькие, да, там можно. Но у нас есть свой военный аэропорт. Он раньше много использовался, но все наши летчики сейчас в Карши перевели их. Потому что каскадеры забрали наш авиационный училище. Поэтому этот аэропорт, эту летную площадку, сам аэропорт мы можем использовать. Здесь пригороде. По туризму я еще раз вот, очень большая рекреационная зона туристическая строится. 2 километра 630 канатка. Я даже знаю, что Чимганит не такой длинный. У вас здесь есть уже университет, у вас есть школа, IT-школа, Бохче там, и так далее. А если, допустим, частный, у нас есть, вот у меня есть академия, своя академия в Ташкенте. Достаточно проинвестировали. Если мы хотим открыть филиал, допустим, давайте я вам оно дам. Под, именно под моим брендом Бабара Кефан, технология академия. Академия, да. Вы, можем, да, вы будете строить или мне дать помещение? Ну, конечно, если вы сможете дать нам помещение, это нам лучше. Давайте. Мы сделаем помещение. А мы можем последнюю технологию привести. Мы можем очень много. Завтра ко мне едет республиканский IT-парк, Фархов, да. Я его очень хорошо. С ними едет его советник из Индии, профессор Партасад. Да. Они в 11 ко мне приедут. Может, вы останетесь, вот кто-то останется. Они в 11 будут. Мы посидим, поговорим. Они продолжили контракт с этим индусом. Индус очень грамотный, он руководит IT-парком в Бангалоре.
смотрите, у нас и получится, что у вас уже не есть университет, там много школ и так далее. Если мы здесь откроем, то есть рынок не маленький, для вот у вас уже много есть. Все равно в идее Силиконовая долина. Казах, Силиконовая долина. В идее у меня это стоит. Отлично. Мы, ну, естественно, мы на коммерческой основе работаем. Мы можем рассчитывать какую-то, допустим, к нам даже в Ташкенте приезжают из областей, они говорят, извините, нам дорого. Да? Мы сами какую-то скидку даем и так далее, и так далее. Какая-то, может быть, у вас есть программа, где мы, государство, частично субсидирует учебу детей? Сделаем. Тогда мы можем больше студентов взять. Потом у нас есть... Мы сделали золотой фонд, более 1000 одаренных детей золотых. И вот я буквально на вчерашней сессии тоже выделил средства на оплату контрактов для этих участников золотого фонда. Мы им выделим. Мы можем что-то проработать, что они как-то отработают это и для государства? Нет, мы дадим на обязательство. То есть мы должны протестировать их? Вот что им покажется тяжело, вот эта часть это. Это мы сделаем, нет никаких проблем. Никаких проблем. Здание я даже вам покажу. Хорошее здание, двухэтажное. На сегодняшний день для этих виноградников и садов у нас нету специалистов. У нас нет человека, который очень хорошо знает почвоведение. У нас для этих 100 тысяч гектаров нет человека, который может готовить саженцы. У нас нет человека, который будет заниматься защитой растений от вредных насекомых. У нас нет человека, который знает агротехнику, как смотреть, как подрезать. То есть есть люди, но они не на 100 тысяч гектаров. Не могу найти на 50 гектаров, на 100, на 1000 гектаров наберу в области. Но не 100 тысяч гектаров. То есть либо мы должны сделать какой-то вуз, именно направление вот садоводства и виноградарства. Вуз. Вот подготовка четырех направлений. Это прошлый почвоведение, подготовка саженцев. Мы вот сейчас посадили миллионы деревьев. Из них не все же примется. Мы хорошо знаем, 80-70% пустые места надо заполнить. Опять надо возиться за границей. Это кустик. Поэтому у нас должны быть саженцы. Потому что в свое время эти саженцы придут негодно, через 4-5-6 лет. Значит, вот нам нужно конкретно нужно специалисты. Если, не дай бог, эти сады пропадут, у нас тысячи предпринимателей обанкротятся. Он же будет, он хочет сейчас закрыть кредиты продукции. А если он сейчас потеряет эти сады, чем он будет работать? А предприниматели сами не заинтересованы? Заинтересованы? Нет, они вот сейчас будут заключать договор, будут искать этих специалистов. Может, какие-то фирмы придут, пусть откроют у меня свой филиал, эту фирму, обслугу делают. Они готовы платить. Вот я сам тоже мусорок, у меня маленький огород, там 10 или 20 фруктовых деревьев, я не знаю, как их подрезать. Это же 4 гектара, а 4-6 гектаров, это сотый, как говорят, 100 тысяч гектаров. Кто будет подрезать, кто будет консультировать, кто будет учить? Да. Это бизнес. Бизнес, да. Это, конечно, очень большая заинтересованность должного предпринимателя. Нет, у них есть, но они на меня смотрят, помогите. Ну да, взаимопонимание. Здесь и совместный бизнес. А я думаю, что для России и для других стран это не новое. Тысячами гектаров сотов есть, винограда есть. У нас хороший кишмиш, вот, сушеный виноград. Вот двери. Открытые. Здесь джирзак, а это наши двери открыты для исламского бизнеса, для американцев, наших соотечественников. Вот наши двери открыты. Вот такая вот штука, она размер менять. Здесь тоже такая вот футболка там была на даче, тоже на груди этот значит, вот джирзак.
Рахмат. Это логотип мы делаем. Мана компания Nova Jafta ва Miss.com. Біз IT-продуктларны үстіланышлы бізі, дастучыларымыз бол. Узбекистонда дастучыларымыз бол, Россияда, Израильда ва Америкада. Узбекистоннан дастур қызматларыны Америкаға экспорт қыламыз. 2005-ші елден бірі шыны шығыланып. Бүгінгі мұлақат, құрматлы Ергеш Қалибековичмен көрішілік. Ko'rsatdilar, o'zgarishlarni ko'rsatdilar. Juda ham qiziqarli. Men uchun eng qiziqarli bo'lgani bu Hindistonliklar IT universiteti ochganda. Va xudo xolisa biz ham qarab o'tmiz, agar bizda ham imkoniyat bo'lsa, o'zimizdan akademiyamiz Bobur Akamxonov texnologiya akademiyasini ochish niyatida. Ayni paytda Toshkentda akademiya bo'lmasmi? Bor, Toshkentda Bobur Akamxonov texnologiya akademiyasi bor. Oldingi yil 500-tadan ortiqroq talabalar o'qidi. Undan ko'proq. Hozircha bu ikkinchi kelishim Jizzaxga. Umuman olganda bilmoqchi edim, nima imkoniyatlar bor, qiziqish bormi yoshlarda IT-ga yoki yo'qmi. Ergash Alibekovich ko'rsatdilar, men bildimki bu yerda juda katta qiziqish bor. Xudo xolisa yana kelamiz, ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Agar o'xshasa, o'zimizning akademiyamiz yoki boshqa proyektni qilamiz. Ergash Alibekovich, ular aytdilar, biz turizm bo'yicha roliklar qilishimiz kerak. Bundan ham biz shug'ullanamiz. Xudo xolisa, amerikalik bir mutaxassisni olib kelaman deb, rolikni qilamiz. Zo'r agar anov xatolarga gapirgan bo'lsa. Bo'ldi, qilamiz. Sizni maqsadingizni tushundim. Привлечение туризма и своя реклама. Своя реклама. Все, сделаем. Осан. Следующий осан. Меня хит. И бұны кім құрған? Бұл совет заманда 1977-ші. Конгресс. Мен кейін реконструкция қылдым. Бәді балконлар жоқ еді, балконлардың кім? Турқылы. Турқылы? Конгресс, жоқ кенге. Интернет плюс мені өз дизайнерсы құрушылар. Скачу қалдық дизайн. Ааа, дизайнер кім? Өзіз бұл? Bu hamma proyekt hammasining dizayni o'zlarining shaxsi. Hozirgi ko'rgan zallaringiz bu atrostika beradi. Вот это вот современно. Ma o'ylagan nimam yo'q edi shu. Я побежал. Побежал вы на обед, я на совещание. Да. Вот, пожалуйста. Вот ещё. Приглашение говорит. Здесь можем уже провести форум. Окей. Узор, я должен просто бежать. Всё, всё. Там вообще скандал, всё не спускается. Хорошо? Вот телефонлашамыз сала. Угу. Рахмадамыз. Угу. Рахмат. Хоп, рахмат. Juda kuchli kompozitor bu. Toshkentdan. Mashhur kompozitor. Ali Nazal, Nazal. Мана шу залдаги концерт. Зор, зор. Зор. Power also, whatever.
Ташкент на хорошей гигиене. Ташкент на хорошей гигиене. Лига за хорошей. Пить чудо макроны. Не сурбагулиса. Вот это просто. Белый это что такое? Кучевый. Вот так, да? Вот это длинный? Да, кучевый. Оно кодик, кодик мамы. Я дам лапша. Я дам лапша. Лагма. Ханым, фанатики, башта берет? Отрей, рахмас, отрей. Аллах разы болсын. Саблык, ке болсын. Шараф Атаны юрты билан таныштыларыз. Шараф Рашидов, знаете уже, 25 лет. Да, первый секретарь ЦК партии. Хазыр Аслан башкарыш, дәүләт егесі бар. Байтлар, жа ауыр болған башкарыш. Зәдән Худогашка бұл екінші президент. Ну вот, Шараф Рашидов, чем я знаком был. Он награждал нас. Да, он, от него подарок у меня остался, кофейный сервиз. Когда он сказал, молодец, Мараджан, мы тогда молодые были. Я говорю, все, месяц руку не буду мыть. Такие, да, времена были тоже. Я его очень уважаю. И вот как бы изучал тоже его труды. И как сам он человек такой, очень воспитанный, интеллигентный такой, грамотный, мудрый. Оглы, кызы, автобуста мактапке барды. Хеч качан машина ажыратты. Хич хочу. Такой высокий, статный такой. Ильхам, это я узнал народу, махламызда. Я просто говорю, тебе разве? Хич хочу, мы заградили машину бумы, да нет. Хар, доем автобус ловили. Вот такие люди здесь. Растут. Рождаются. Маля, рахмасызга. Я переел. Ужин нету, да, уже? Я все. Я до завтра обеда ничего не буду кушать. Ош с лагманом, да? Ош с курдюком. С лагманом. С лагманом, да. Как это? Ну, действительно, похож. Это вкусно будет? Да. Да. Аллаху Акбар. Аллаху Самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Аллах.